Приветствую друзей и гостей нашего канала и приглашаю вас прогуляться вместе со мной по магазину «Маяк Светофор». В магазин привезли много полезного и нужного товара. Смотрите это видео до конца, впереди нас ждет много интересного. Декабрь 2021. Чайник заварочный с фильтром, объем 1250 мл. Его корпус изготовлен из термостойкого стекла, а крышка и ручка из пластмассы. Фильтр металлический, съемный, но какой это металл, в описании не уточняется. Похоже на нержавеющую сталь. Этот чайник нельзя использовать в СВЧ-печах, газовых и электрических плитах. Продается в красивой упаковке. Изготовитель Китай, цена 300 рублей. И посмотрите, какой симпатичный чайник. Он изготовлен из керамики. Сверху закрывается металлической откидной крышкой, а внутри дополнен ситечком для заварки. Оно легко и просто вынимается, и визуально качество ситечка и самого чайника очень хорошее. На коробке есть информация, что это посуда высокого качества и изготовлена она из экологически чистых материалов. Чайник толстостенный и долго будет держать тепло. Объем его 750 мл стоит 450 рублей. Отпариватель электрический. Имеет режим вертикального отпаривания. Объем резервуара для воды 200 мл. У него два режима и световой индикатор работы. В комплект входит накладка с мелковорсистой подушечкой и накладка-щетка. Корпус выполнен из пластика, цена 800 рублей. Выпрямитель для волос электрический. Он имеет небольшой габаритный размер 17 на 2 см. Температура нагрева 160 градусов Цельсия. Пластины имеют керамическое покрытие. Стоит 240 рублей. Посмотрите, привезли новые духовые шкафы. Таких здесь я еще не видела. Они еще стоят на палете, и даже ценника на них еще нет. Давайте посмотрим его описание. Объем шкафа 23 литра, у него 4 нагревательных элемента и 3 режима нагрева. Регулировка температуры приготовления от 70 до 230 градусов Цельсия. Имеется таймер и автоматическое отключение. Еще есть духовой шкаф «Уралочка», он стоит 3300 рублей. Кассероль «Летая» серии «Лучшая цена». Ее диаметр 24 см. Изготовлена из алюминия с противопригорающим покрытием. По бокам имеет две пластиковые ручки. Она довольно тяжелая. Изготовитель «Россия», цена 800 рублей. Ковш штампованный. Диаметр 16 см. Тоже из этой же серии «Лучшая цена» российского производителя. Он также изготовлен из алюминия с антипригарным покрытием. Подходит для всех видов плит, и его можно мыть в посудомоечной машине. Цена 180 рублей. Сковорода «Летая» с антипригарным покрытием. Диаметр 26, а высота бортиков 4,5 см. Толщина донышка 4 мм. Имеет бакелитовую ручку, а ее корпус изготовлен из алюминия. Изготовлена в России, стоит 680 рублей. И вы только посмотрите, какие красивые вещи. Прям сама нежность. Сахарница на ножке из фарфора. У нее удачная форма крышки. Ее удобно брать, она не выскальзывает из рук. Сахарница дополнена ложкой и, по-видимому, она также выполнена из фарфора. Объем 300 мл стоит 420 рублей. И в таком же стиле набор для варенья. Набор состоит из трех предметов. Две маленькие розетки, а третья побольше. Изготовлены они также из фарфора. Смотрятся прекрасно. Изготовитель Китай, цена 370 рублей. И еще из этой же коллекции креманки. Есть объемом 90 мл и 100 мл. В такой посуде будут шикарно смотреться мороженое и десерты. Стоит 330 рублей. В магазин завезли большой ассортимент различных бокалов, фужеров и стаканов. Покажу вам часть из них. И вся эта посуда отличного качества от известных производителей. Бокал для пива. Объем 370 мл. Изготовитель Паш Бахче. Стоит 66 рублей. И этого же производителя стопка ПАП. Объем 60 мл. Она изготовлена из натрий-кальций-силикатного стекла. У нее интересная конусообразная форма и утолщенное донышко. 23 рубля. Набор бокалов для шампанского «Тулип». 3 штуки объемом 200 мл.
Изготовитель также Паша Бахчи. У них красивая форма и абсолютно прозрачное стекло. Стоит 160 рублей. Вот эта посуда мне тоже очень нравится. Она кипельно-белого цвета. Бармиоли Рока. Есть тарелка десертная размером 21,8 на 19,4 сантиметра. И вся эта посуда имеет овальную форму. Тарелка обеденная, размер 27 на 24 сантиметра. И салатник 15 на 14,3 сантиметра. Салатник и десертная тарелка стоят по 100 рублей каждая, а обеденная 120 рублей. И еще новинка – набор столовой посуды 18 предметов. Эта посуда изготовлена из керамики. В наборе 6 салатников диаметром 17 сантиметров, 6 десертных тарелок диаметром 21 сантиметр и 6 тарелок обеденных диаметром 27 сантиметров. Посуда однотонная, а поверхность ее глянцевая. Стенка ее довольно утолщенная, примерно около 4 миллиметров. В магазине на выбор 4 варианта цвета, и каждый из них приятный. Серый, голубой, розовый и мятный. Визуально качество хорошее, и мне нравится посуда такого типа. Изготовитель Китай, цена 2300 рублей. Набор креманок, 3 штуки. На упаковке написано, что это ваза для мороженого. В принципе, их можно использовать подо что угодно. И под десерты, и под салаты, и под варенье, и под мороженое. Изготовитель Паши Бахчи, состав натрий кальций силикатное стекло. Набор салатников, 7 предметов, изготовлен из опалового стекла. Эта посуда термостойкая и смотрится довольно симпатично. А вам нравится такая посуда? Напишите в комментариях. Стоит 500 рублей. Набор бокалов из натрий кальций силикатного стекла, 3 штуки, литраж 320 мл. И чем хороши эти бокалы, что их можно использовать не только для подачи напитков, а благодаря их широкой чаше они подойдут в качестве креманок для десертов и мороженого. Они выдерживают температуру от 0 до плюс 90 градусов Цельсия. Цена 460 рублей. Терка классической формы Регина. Она имеет 4 режущие поверхности, крупная, средняя, мелкая терки и шинковка. Согласно описанию, она имеет противоскользящее основание, которое обеспечивает комфорт во время использования. Рабочая поверхность выполнена из нержавеющей стали. Цвет ручек и основание в ассортименте. Терку хотела себе купить, но стоимости не узнала, ценника под ней нет. И также, к сожалению, нет ценника на детское мыло My Teddy. Это мыло для стирки детской одежды. Номинальная масса куска 120 грамм. Согласно описанию, это мыло изготовлено на основе натуральных пищевых жиров, не содержит отдушек, красителей, бережно отбеливает, и оно гипоаллергенно. А здесь стоят коробки с еще не разобранным новым товаром. Стоимость на него, конечно, еще неизвестна. Машинка для стрижки. Работает она от встроенного заряжаемого аккумулятора. Время работы до 45 минут. Кому интересно, можете почитать описание. Переходим к следующей витрине. Здесь выставлена разнообразная парфюмерия. Парфюмированная скраб-маска для тела на основе глины. Очищение, восстановление и питание. Содержит белую глину, масло ши, миндальное масло и масло виноградных косточек. Вес упаковки 250 грамм, цена 150 рублей. Есть еще такой вариант сухого скраба. Кофейный скраб для тела с разогревающим эффектом, очищение, увлажнение и тонус. Содержит кофе, масло ши, масло виноградной косточки и экстракт красного перца. Стоит также 150 рублей. Антиперспирант женский, Rexona Comfort пудры. С микропудрой для сухости и комфорта кожи. Эффект до 48 часов. Цена 100 рублей. Антиперспирант Dove. Прикосновение природы. Также до 48 часов. Цена 120 рублей. Туалетная вода для женщин. Podium Flora. Объем 60 мл. Стоит 115 рублей. Gillette Men. Средство после бритья. И еще лосьон после бритья Red Space, объем 100 мл, цена 130 рублей. Еще есть разная женская туалетная вода, объем пузырька 100 мл, стоит 320 рублей. Туалетная вода Афродита 100 мл, 245 рублей. И мужская туалетная вода за 160 рублей.
Идем по магазину дальше, переходим к следующей группе товаров. Матрас размер 80 на 200 сантиметров. Его толщина примерно 7-8 сантиметров. Верх изготовлен из хлопка, а внутри находится поролон. Два варианта расцветки стоит 1099 рублей. Одеяло размер 172 на 205 сантиметров. Смотрите, какая у него приятная и интересная расцветка. Изготовлено оно из микроволокна. И согласно описанию на упаковке, оно имеет антибактериальность, гипоаллергенность, износостойкость, экологичность и теплообмен. Есть такой еще вариант расцветки, цена 659 рублей. Есть еще такого же типа одеяла, но размер меньше, 140 на 205 сантиметров. Расцветка у него тоже интересная, это полутораспальное одеяло. Состав верха полиэстер, наполнитель полиэстеровое волокно. Стоит 415 рублей. В этом отделе много интересного товара. Подушки, простыни, пододеяльники, одеяло, покрывало, полотенца, скатерти и прочее. Термоскатерть из полипропилена. Размер 60 на 100 сантиметров. Эта скатерть двухсторонняя, очень удобно. Надоел один рисунок, можно перевернуть и полностью сменить интерьер. Расцветки самые разнообразные. Можно подобрать на любой вкус и к любому интерьеру. Мне понравились все, а особенно их цена. Стоят они всего 59 рублей. Их можно использовать и дома, и на даче, и на природе. Посмотрите, какая красивая, просто прелесть. И оборотная сторона ромашки тоже смотрится замечательно. Думаю, что их очень быстро разберут. При мне купили их уже несколько штук. Кому надо, поторопитесь. Закончатся они быстро. И еще одна вещь для кухни. Настольное покрытие, жидкое стекло с рисунком. Размер 120 на 80 сантиметров. Толщина 0,5 мм. Оно изготовлено из силикона. Это покрытие предназначено для защиты различных поверхностей. Изготовитель Китай, стоит 270 рублей. Ковер жаккардовый, двухполотный с плоским ворсом. Ширина 80, а длина 120 сантиметров. Состав ворса 100% полипропилен. Качество ковра отличное и смотрится он прекрасно. Хорошо подойдет в прихожую. И есть еще такого же типа, но овальной формы. Изготовитель Витебские ковры. Я давно присматриваюсь к таким коврам, и здесь цена самая дешевая. 690 рублей. Коврик для салона автомобиля многоразовый, размер 40 на 50 сантиметров. Он впитывает влагу, притягивает пыль, задерживает грязь, предотвращает коррозию, удерживает 2 литра влаги. Вот такое прекрасное описание. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто таким пользовался. Его стоимость 190 рублей. Автомобильное детское кресло. Предназначено для детей от 15 до 36 килограммов. Вес самого кресла 700 грамм. Размер 15 на 38 на 37 сантиметров. Цвет черно-красный, материал пластик, металл и полиэстер. К нему прилагается подробная инструкция по применению, изготовитель Китай, цена 900 рублей. И хотела вам показать лампочку для вечеринок. Это светодиодная дисколампа с цоколем Е27. Точно такая же лампа этого же производителя продается в гипермаркете «Лента». Я ее там внимательно рассматривала и хотела даже купить. Там она стоила 300 рублей, а здесь 125. Вот так вот. На этой оптимистичной ноте я буду закругляться. Если вам понравился обзор, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями. А я желаю вам полезных и нужных покупок, отличного настроения, крепкого здоровья и до новых встреч. Пока-пока!